Всем привет! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Приятного просмотра! Скандал, инициированный продюсером Андреем Разиным, получил новый виток. Свое слово сказал знаменитый композитор. Обвинение со стороны Андрея Разина в отношении Аллы Пугачевой в том, что та украла его песню, беспочвенны. Такой вывод можно сделать из слов композитора Валерия Разумовского, который и является автором композиции. Разумовский заявил, что не заключал с Разиным договора об эксклюзивном исполнении песни. Композицию «А где-то далеко идут дожди» может исполнить любой, желающий без исключения. Стоит отметить, что хит был написан десятки лет назад. С тех пор утекло много воды, признается музыкант. Он затрудняется вспомнить, какие манипуляции проводились с песней. Кроме того, по словам самого Разумовского, в юридических вопросах он не силен. Композитор отметил, что несмотря ни на что он выражает Разину уважение. Музыкант удовлетворен тем, как исполняет его детище и Разин, и Пугачева. Напомним, что совсем недавно Примадонне исполнился 71 год. Последний раз она выходила на сцену в Минске, после чего пошутила о том, что в следующий раз возьмет в руки микрофон, когда ей будет 80.